Сказка девятая о княгине Верусе. Жила-была княгиня, в округе хорошо всем известная. Верусе ее кликали. Была она не по годам красива, хотя и возраста солидного, что скрывала тщательно. По жизни шла одна, о большой семье мечтала, но за много лет ею так и не обзавелась. Как обычно, в воскресный день шла она по ярмарке. Товар смотрела, приценивалась. Но все больше людей рассматривала, вроде друзей искала, да все не те попадались. Вот увидела она цыгана старого. Сидел он в потертых одеждах, в стороне от рядов торговых. Подходили к нему люди разные, что-то спрашивали, наклонившись в почтении. Он кому-то громко отвечал, а кому-то на ухо нашептывал. Уходили люди от него по-разному, кто в слезах, а кто в радости. Вот и Веруся проходит рядом, за каменным лицом пряча любопытство огромное. Цыган: «Эй, красавица, дай на тебе погадаю. Скажу, что было, что есть и что будет с тобой. Ничего с тебя не возьму, только удели мне свое драгоценное внимание». Веруся, медленно проходя мимо и не останавливаясь: «Что можешь поведать мне ты, ром безродный, под забором в кустах рожденный? По базарам побираешься, в нищете живешь и над людьми простыми потешаешься». Цыган: «Ай, обидно говоришь, Веруся. Отвечу тебе словами волхва твоего могучего. Бедным быть не стыдно, стыдно быть дешевым». Вспомнила Веруся изречение мужа известного, но виду не подала, и пошла прочь от цыгана назойливого. Ночь, степь. Шатры цыганские из лоскутов разноцветных сшитые стоят полумесяцем. В центре костер горит. У того костра сидит наш цыган седовласый. Время к полночи подходило, когда услышал хозяин степей топот копыт и негромкое ржание кобылицы молодой. Ей ответили лошади цыганские, пасущиеся неподалеку. Видно, признали сестру свою. Собака, лежащая у ног старца, даже не дернулась. Только ухом повела, да носом воздуха втянула. Видно, своего признала в приближающемся. И впрямь в скорости к табору прискакала кобылица белая, а на ней восседала Веруся величественно. Соскочила она с лошади и подошла к костру. Поклонилась в приветствии и спросила присесть разрешение у хозяина табора. Цыган: «Здравствуй, дочь любимая. Сядь к костру поближе. Хочу посмотреть на тебя, моя ненаглядная. Ждал тебя». Веруся, оправдываясь: «Извини, отец, за дерзость мою. Не признала я тебя сегодня на ярмарке. Не думала я, что самолично придешь. Ждала знака какого-нибудь или волхва известного с твоей весточкой. Давно их не было. А поведению моему непристойному причина имеется. Много ходит у нас колдунов и прорицателей всяких, конец света предрекающих. Надоели уже пустословы брехливые. Своими россказнями людей баламутят, сеют панику и уныние». Цыган: «Суетишься все, все торопишься. Ты, родная моя, остынь с дороги. Распряги и отпусти кобылку свою, пусть в табуне погуляют с сородичами. Выпей чаю травяного, душистого, да на звезды глянь, красиво как». Посидели немного в молчании, любое звездного неба прекрасными картинами. Веруся первая не выдержала. Веруся: «Так что привело тебя лично ко мне, Отец Небесный? Или в чем провинилась я?» Цыган вздохнул глубоко, немного помолчал и продолжил: «Присылал я к тебе и волхвов ученых, и воинов бесстрашных, что кричали тебе прямо в ухо: просыпайся, Веруся, красавица, и делами займись, твоему отцу угодными. Даже весь мир против тебя войной отправил я. Но не слышишь ты, дочь моя распрекрасная, вот и заподозрил, что с тобою творится что-то неладное. Потому в этот раз не стал мучить тебя знаками да намеками разными, решил сам к тебе и наведаться. Для начала хочу пожурить тебя, дочь любимая, ненаглядная. Ты ответь мне, что тебе не хватает в жизни?» Погрустнела Веруся, взор потупила.
видно, знала причину нагоняя отцовского. Цыган. «Дал тебе я земли родючие и леса живностью да ягодами полные. А еще дал тебе я морозы суровые да ночи длинные, чтобы не только о теле, но и о душе время тебе и людям твоим было подумать. А что ты? На себя посмотри. На кого похожа стала? От природы красотой ты одаренная, но этого мало тебе показалось. Утянулась корсетом заморским, ходули надела на ноги, изуродовала красками лицо и волосы. С душегубами нонче водишься, что простых людей изводят неисчислимым множеством. В твоих храмах воняет деньгами и выгодой. Священники связь утеряли со мной из-за этого. Уж столица твоя давно не пуп земли, мир на две половинки делящий, а на знаменах твоих разноцветных торгашеских все еще урод двуголовый красуется. Утерял этот символ значения, лишь людей веселит глупый вид его. А еще про людей своих забыла, в одиночку с бедами их оставила. Бояр распустила. Уже ни меня не боятся, и тебя своей рабыней промеж собою кличут. Веруся виновата. Я стараюсь жить, ожидая часа тобою назначенного, как все вокруг. Особо ничем не выделяюсь, но и не отстаю особенно. Следую духу времени в моем простом разумении. А что до бояр моих, то они на людях высказывают мне большое уважение. Говорят, что умрут за меня, если надобно, рвут рубахи, свою преданность доказывая. И еще они мне рассказывают, что народу у нас хорошо живется, и ни в чем он не нуждается. Цыган. Вижу, убаюкали тебя лицемеры-предатели. Окружили тебя неправдою, держат за дурочку наивную, пользуясь добротой твоей и доверчивостью. На людях признаются в любви к тебе искренней, а за спиной дули крутят, постылые. И на генералов своих дух победы утерявших ты не надейся. Уж давно поменяли они клич боевой, дух поднимающий «делай, как я» на постыдное трусов приказание «делай, как я сказал». Осталось у них только одно умение – на крови и смертях героев бескорыстно жизнь, отдающих за родину, зарабатывать копеечку без зазрения совести. Без всякого стеснения, бесстыдно, бессовестно. Уж 100 раз и предали, и продали эти бояре с генералами тебя за медный грош, иноземцам предприимчивым. Поменяли родину на химеру жизни лучшей в таборе врага лютого. Одно слово – выродки. Ну да ладно. Помогу тебе от врагов и предателей избавиться. Не оставлю в беде дочь любимую. Главное для тебя – выполнять свое предназначение. Но по глазам вижу, его ты запамятовала и с пути дорожки своей свернула в лесную темень непроглядную. Веруся. Думала я, что мое предназначение – помогать всем страждущим без корысти. Может, не так толкую послания твои, но ведь делаю все, как прочие. Что не так в поступках моих? Цыган, поглаживая Верусю по голове. Нет плохого в том, что ты делилась богатством и жизнями людей своих с народами страждущими, помогала чужим в годину лихую, своих не жалеючи. На то воля моя была божественная засеять семенами доброты твоей всю твердь людьми заселенную. Сильные, к невзгодам устойчивые, дали ростки семена твои. Даже в мире существ живых, нелюдских, добра и любовь проявляются. В этом радость моя великая. Есть кому новый мир выстраивать, где дух возьмет верх над материей. Но не все оценили подарка щедрого, от тебя даром получаемого. Много племен и народов твою щедрость и уступчивость за слабость и простофильство восприняли. А у многих зависть проснулась жгучая до добра чужого. Но нет там вины твоей. Неблагодарные предо мной лично ответ держать будут. Накажу их, поверь, по всей строгости. Много стран и народов изведу я сосвету за дела их непристойные. Начну с твоей сестры непутевой, Маруси. 2 раз по ее слезному прошению дал тело ей и приданное достойное. И как любой душе молодой дал волю безграничную в выборе пути своего. Что хотела, то и творила, как детятка малая, набивая шишки, набираясь опыта. Ей бы жить да жить, небо радуя, старших слушаться, набираться от них ума разума.
Но она, наивная, поддавшись врагов заверениям, родовые деревья свои, жизни даровавшие, под корень срубила. И теперь, истекая кровью, ждет кончины, так пока и не познав причины истинной. Все еще надеюсь я, что хоть через посмертие жуткое осознает Маруся, что беда ее в безмерной гордыне спрятана, а гордыня лечится лишь болезнями смертельными да болью нестерпимой. Что ж, в том выбор был ее законный. Ему не стану я противиться. Хоть и жаль ее искренне, но изменять результат Марусиного выбора тоже не стану. Душа ее должна набраться опыта даже в таком безрассудном поведении и пройти свое испытание в этом, пусть и недолгом воплощении. Только так, страдая и мучаясь, душа докажет свое стремление к жизни вечной. На то воля моя, так тому и быть. Замолчал цыган, глотнул чаю ароматного, призадумался немного и продолжил. А до того, что стараешься жить как прочие, в том твое большое заблуждение. У тебя задача особая, и на всех равняться не пристало тебе. Веруся, ты прости, батюшка, дочь свою непутевую, но забыла я твои наставления. В чем забота моя заключается? Цыган, а забота твоя – показать народам правду ищущим, путь по жизни без злобы и ненависти. Лишь с тобою они, души не имеющие, смогут обрести ее, душу бессмертную. Душа не свиные копытца, просто так на базаре не купишь. Тело заиметь дело нехитрое, вот только душу в то тело насильно не вставишь. Во всем этом есть одно, но очень важное условие. Путь этот не должен нарушать моего замысла. Веруся, а как узнаю я, что замысел твой нарушается? Как бы что ни сломать по незнанию? Цыган, улыбаясь, ты не бойся, ничего не сломается. Замысел мой будет исполняться незыблемо, и ничто и никто на него повлиять не в силах. В этом главный секрет мироздания кроется. А узнать, что не так ты делаешь, очень просто. Коль не той пойдешь стежкою, подзатыльник получишь легенький, а проявишь настойчивость в возрасте своем, то сильнее и больнее будет наказание. Коли правильным путем идти станешь, будет дорожка твоя ровненькой и светленькой, без камешка и выбоинки, и дела будут спориться, проходить без сучка, без задоринки. Заволновалась Веруся. Боюсь, не справлюсь я. Цыган, успокаивая, не бойся. С самого твоего рождения я учил тебя терпению и кротости. Открывал тайны сокровенные, проверял твой дух испытаниями разными, показал тебе, как с природой, мудрой в своем многообразии, общаться и как искать пути дороги в делах запутанных. Только ты владеешь этими знаниями, только ты одна можешь видеть меня и со мной разговаривать, а за способности, мною тебе дарованные, платишь ты своим одиночеством. Такова судьба твоя, и ничего тебе в ней не исправить, как ни старайся. Так что не ищи понимания в окружении своем. Нет его. Для таких, как ты, с душой зрелой и мудрою, не оставляю я никакого выбора. Твой удел – быть готовой исполнять волю мою, так как если не ты, то и некому. Веруся. Но почему я? Что такого есть во мне особенного? Цыган. Когда создавал я землю с народами многими, ты единственная, кто на любовь мою ответила искренне. Знать душа земли тебя поцелуем отметила, признав за свою кровинушку. После этого посвящения стала ты дочкой избранной, для народов страдающих спасительницей. Так что, свет мой, Веруся, давай просыпайся. Время пришло. Чем дольше спать будешь, тем дороже обойдется тебе и народу твоему твое пробуждение. Веруся. Что же делать мне? Цыган, для начала сними корсет узкий, освободи свое тело пышное, вздохни, наконец, полной грудью, надень сарафан просторный, пройдись босиком по траве, начинает петь. Я зато люблю Ивана, что головушка кудрява. Вспомни, за что ты любишь своего Ивана. Ведь за головушку кудрявую и душу его чистую и бесхитростную,
а не за деньги и богатство разное. Цыган поет. Не ходите, девки, замуж, ничего хорошего. Легонько тыщет Верусю пальцем в бок. И еще, намекни боярам своим обленившимся, долг перед тобой и народом твоим позабывшим, стыд и совесть потерявшим, что если не одумаются, то сниму запрет с волхвов моих помощников, за порядком следящих и волю мою на земле исполняющих. Давно у них руки чешутся разобраться с лжецами и родопредателями. А коль лентяи твои, окрестившие себя небожителями, упорствовать стану в своих безобразиях и промеж собой не решат, как стать на путь праведный, то сам возьмусь за их воспитание. Тебя спрячу от врагов в смуту темную, среди людей простых, а бояр с генералами лишу богатства, неправедным путем нажитого. Еще запушу петушка красного в их хоромы барские, да пройдусь батагом по задам их жирным, светло-розовым, седло позабывшим. Так пройдусь, что не только слезами умоются. Веруся оживилась. У меня для такого случая и сарафан красный имеется. Надену его обязательно, как домой вернусь. Цыган. Не носи ты цвета красного, воина судьбу не примеряй на себя. Не твое это. За народы принимать решения и судить их, снимая головы повинные. Твое дело показывать пути и дороги многие и куда приводят они. Прими данность, жизнь твоя в жречестве, а потому собой займись для начала. Усмири разум горделивый и тело, всегда тепла и покоя ищущие. Поговори с душой своею, она укажет тебе, где истина спрятана. Мягко и медленно по узкой тропе, мною назначенной, продвигайся и другим пример показывай, в гармонии с природой пребывая. Следи за чистотой своих помыслов, полагаясь на правду в делах своих. Учи людей ненавязчиво, уважай право каждого на выбор его собственный. Вот, прими от меня подарок простенький, венок из васильков луговых, да сарафан зеленый, колокольчиками расшитый. К лицу тебе будет, уверен я. А теперь, родная, поезжай домой, отдохни чуток, да слова мои обдумай, время еще есть, доля малая. Мне тоже пора. Пришло время прибираться в доме моем. Вон сколько грязи накопилось. Как начну убирать, так большая пыль поднимется. Тебе же бояться нечего, любимая дочь моя. Твоя задача, не теряя веры, встретить неизбежное, сохранив душу свою светлую и людей, ее щедро кормящих добротою, любовью и ласкою. Ускакала Веруся к дому родному, озадаченная услышанным откровением. С первыми лучами солнышка красного растворился и табор цыганский, вроде его и не было. Наступал новый день, надеждой наполненный. Птицы песнь свою начали звонкую, предвкушая тепло дня весеннего. Легкий утренний ветерок разнес по степи запах нектара сладкого цветов распускающихся. Вот такая получилась сказочка про Верусю, княгиню известную. Чему учит она, догадайтесь. Наш совет вам, люди добрые, будет таков. Перед временами неизбежными, разрушения всему старому несущими, надобно, не теряя веры в любовь бескорыстную, сохранить свою душу бессмертную в чистоте, а дух свой в смирении».